Много нынче в памяти потухло, а живет безделица, пустяк. Девочка и потерянная кукла на железных скрещенных путях. Над платформой пар от паровозов низко плыл, в равнину уходя. Теплый дождь шушукался в березах, но никто не замечал дождя. Эшелоны шли тогда к востоку, молча шли, без света и воды. Полные внезапной, жестокой, горькой человеческой беды. Девочка кричала и просилась. И рвалась из материнских рук. Показалась ей такой красивой, и желанная эта кукла вдруг. Но никто не подал ей игрушки, и толпа к посадке торопясь куклу затоптала у теплушки в жидкую струящуюся грязь. Маленькой смерти не поверит, и разлуки не поймет она. Так, хоть это крохотные потери, тянулась до нее война. Некуда от этой странной мысли деться, это не игрушка, не пустяк. Это может быть обломок детства на железных скрещенных путях.